Приветствую вас, дорогие зрители, на моем канале Елена Ро. Сегодня мы приготовим очень вкусное блюдо выходного дня. В принципе, вы можете готовить его в любой день. Это пирог из рыбы мойвы. Этот рецепт готовила моя мама. Он очень вкусный. Делается легко и простые ингредиенты к нему. Сейчас я вам покажу, что потребуется нам для создания этого классного пирога вкусного. Значит, мойва, я ее очистила. Мука, лук, желательно побольше головка. Обязательно лавровый лист, соль, перец, можно горошком. Дрожжевое тесто, в моем случае это с хлебопечки приготовленное. Скалка, чтобы раскатывать, противень и духовка. Мойву. Очищаем мойву. Я ее помыла. Все обрезаю плавники. Голову обрезаю, хвост обрезаю. И прочищаю внутреннее брюшко. Хорошо очищаю от всех внутренностей. Далее беру позвоночник, он тоненький, практически как у кильки, просто выдергиваешь, она как ниточка выдергивается. Далее тесто дрожжевое беру, разделила его на две части, для верха и низа, и раскатываю. Я не делаю тесто слишком толстым. Но кто как хочет, так и делает. Лучше таким тонким. Потому что начинка очень вкусная получается. Далее я раскладываю мойву на нижний слой. Стараюсь плотно. Дальше посолила, поперчила. Лавровый лист обязательно. Он очень такую свою пикантность придает. Также лук крупно порезав кольцами или полукольцами. Также очень много его выкладываю. Очень такая большая головка у меня получилась лука на весь противень. Он сок дает и очень вкусный пирог получается. Дальше накрываем верхним слоем теста. Все бортики прижимаем. Все хорошо защемили и смазываем. Можно подсолнечным маслом, можно яйцом смазывать, кто как хочет. Дальше включаю духовку, примерно на 40 минут будет достаточно. И отправляем в духовку. Ну вот уже пирог готов. Уже все ждут своего лакомого кусочка. Но он правда нереально вкусный пирог. С мойвой. Смотрите, какой такой. Тесто тоненькое получилось. И много лука. Всем приятного аппетита.